have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и мы с вами вот возле этой шахты лифта, которую нам нужно будет, оказывается, я только сейчас это осознал, когда прогрузился, нам нужно будет ползти вверх, а не падать вниз. Я бы сейчас улетел бы с удовольствием. Как я удачно промазал прям сходу. Врываемся в гущу, не знаю, что происходит. Вырываем глаза, вырываем кишки, все летит нафиг. Жизни мало, патронов мало. Ну давайте хоть с этого паренька жизни немножечко заберем себе. Я, по-моему, зря хожу. Ой, красиво он сначала такую руку отрезает, а потом это. Вот с этим надо сейчас походить немножечко. Зря хожу с дробашом, потому что он их валит слишком быстро и не успел с них хпшку получить. 24 хп мне оставил, вообще красава. Жизни очень чертовски мало, блин. Отдай мне жизни. О! С этой стороны я его еще ни разу не убивал, круто. Ого! Вопрос, зачем я его сейчас убил? О, ачивка получена, неплохо. Я кому-то мозги прочистил, ачивку дали. Здравствуйте, молодой человек. Мы по вашу душу. Вашу душу. Есть. Патрончики. А, это прыжули. Я только сейчас понял, что это прыжуля. О, критическая масса демонов была добита. Хорошо. Возьмем броньку. Что там по патронам? У меня стоит автоматически. Нет, дайте мне гранатомет. Этого красиво сходу встретили. Какой бадун, ты о чем? Блин, там что-то есть. Я хочу это получить. Как мне это получить? Идите нафиг все. О, с напрыга можно тоже вот так вот делать. Здравствуйте. Я его в замахе поймал. Красиво. Блин, я хочу ту штуку получить. Идите все нафиг. Как мне это сделать? А-а-а. Черт. Это печально, ладно. Давайте дыбом наверх. Кто тут? Ребят, возможно... Возможно, вы не в полной мере осознали мою всю прошлую боль за прошлый раз. Оу, вот это сейчас было неплохо. Жалко, что кулаком их вообще практически невозможно добить. Ау! Вообще нормальные, блин. Не знаю, кстати, как здесь скейлится дэмэдж, потому что они иногда такие... Бах попадает по тебе много раз, а у тебя 10 жизней ушло. Ну,
А иногда такие чуть-чуть попали, и ты уже практически труп. Вот, блин, на самом деле это как раз та игра, которая оставляет очень мало времени для разговоров. Поэтому мне приходится так жестко сейчас. Давай, чувак, дай мне хпшку. Так, 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 так. Там этот перец до сих пор, да? Ой, тут еще до сих... Я только сейчас понял, что здесь есть эти огни фиговые. Черт, я сейчас так обидно сольюсь, да? Конечно, чекпоинт. Я уже всех перебил, даже эту тварину, и просто неудачно прыгнул. Это бесит. Не заново, давайте не заново. Ну, спасибо. Вы меня послушали, как обычно, я этому очень рад, блин. Так, от него... Короче, нужно как-то посередине на них нападать. Слишком сильно его ударишь, он тебе ничего не даст. Слишком слабо его ударишь, тоже ничего не будет. Вот сейчас, например, иди сюда. Вот чтобы выбить хпшку, его нужно именно ровненько так покалечить, посерединке. Я его убил. Неплохо. Да, они такие всякие быстрые, но из этих пушек они довольно неплохо валятся. Получается, что проблема у нас совершенно в другом, что... Я не буду на него грену тратить. А, он там спавнится новый просто каждый раз. ХПшку отдай! Тварина! Таким образом ХПшка улетает просто магически, моментальнейше. Приходится делать вот так, что собственно снижает немножечко темп повествования, но дает возможность выжить, чему я несказанно рад. Чертов скорб! Да ну как так? Блин, это на самом деле сейчас было обидно. Он уже мигал, я просто не успел до него долететь. Ну вы серьезно? И потом, сколько его не... Я понимаю, что хвост надо стрелять. Это я все понимаю, ребят. Ну, блин, это сражение проходи в третий раз. Просто... вот это сейчас глупо, честно. То есть, я вам серьезно говорю, мне, в общем-то, все нравится. Кроме того, что мне не нравится. Вот эти демоны... Они уносятся вообще изичку. Скорпы, да черт они сбалансированные, ребята. Вот, перезарядочку делаем. Это я все понимаю. ХПшка, перезарядка, ХПшка, перезарядка. Все вроде нормально. ХПшка.
Перезарядка. Давайте дробаш. Так, скорб. Скорб, скорб, скорб. Что мне с тобой делать, скорб? Не подскажешь? Дружище. Вот что мне с тобой делать. Оба! Третья фаталити. Патронов нет, надо запилить кого-то, если получится. Надо же быть таким точным-то! Ты не хочешь сдохнуть там, например, не знаю. Оу! She is inside that demonic citadel. I will mark her location on your HUD. Кто с ней разговаривает? Кто такой приятный мужской голос? А-а-а. Так, хорошо. Эта штука находится где-то там внутри. И, ну, видимо, да, мы пошли туда внутрь. The gathering of hell priests is located just above your location. My scans indicate there is a lift at the center of this facility. Пойдем, я не против. Звуки, ну блин, когда нас пугали звуки, да? Какая разница туда-сюда-сюда-туда? Нам дверь закрылась, это понятно. А, ну, вот в чем разница, сюда мы просто не пройдем. Хорошо, поехали. Ну шо, демонятки, ребятки. Все так лазит. Блин, а не первый ли босс у нас на пути? О, фаст-тревел, что? Мы в открытом мире? Какой нафиг fast travel, вы о чем? Fast travel открыт. Все. В общем, это выглядит как большая арена. Красивая кнопочка. Хочу себе такой в пентхаус. И что я ей тогда сделаю? Ну, типа, пока она находится там, она полностью неуязвимая. И, типа, чё? Как это может быть? Кто не может пройти через врата? Ваш брательник? Ничего не остановит. To the great Khan Maker will be made, and the energy will be restored once again. Мы пожертвуем этот мир, да-да-да. From the souls of the non-believers. Из душ неверующих. Ты их не спасешь отсюда, оттуда. Отстрели им что-нибудь, пожалуйста. Вот этот третий Вася ваш тоже, он выеживался, если что. Ты слишком далеко зашел в этот раз, ты не сможешь вмешиваться. Это шанс человечества послужить нам и заслужить. Ты не можешь сопротивляться желанию Кана. Как раз из-за тебя все это и началось. Doomsday, кстати, ачивочка вылетела. Exploration. А, это типа summary. Exploration 6 из 13. А как бы я там получил ту книгу, ребят? Я не знаю, не, как бы я понимаю, что я играю в первый раз и... Так, мод ботов нашел 3, кодексов нашел 3 из 6. Да, я видел как минимум один. Игрушек ни одной не найдено. Чит-код... Ну, скорее всего, тот шлем, до которого я не добрался, он и был чит-кодом. Ну, хорошо, награды.
Не дошел я до наград. Короче, лузеры, все дела. Хорошо, сохраняем, выходим. Accept, конечно же. А почему мы выходим? А, ну мы идем дальше, потому что... Ладно. Так, у меня... Я получил stuff. Let's do this. You got stuff. Doomsday? Нет, минуточку. Campaign. Я хочу дальше. Продолжить игру. Вы чё? А, это было типа сохраниться и выйти. Я понял. Ладно, извините, я протупил. Там же так и было написано. Сохраниться, блин, и выйти. Надо было просто дальше нажать и все. Что-то мы сейчас лишнюю перезагрузку с вами пустили. Ладно, пофиг на это. Да, ребятушки, кстати, опять же я вам напоминаю, что запись голоса здесь будет похуже по одной простой причине. Мне приходится записывать другой программой. We will need a replacement. Нам понадобится заменить один из компонентов там для чего-то, та-та-та-та-та. Так. I've completed the redesign of your equipment launcher. The flame belch is now ready for your approval. Так, можно что-то улучшить. Давайте. Я не против. Flame belch. Для чего мне это? Ну, кроме понятных причин. Нажмите R, чтобы поджечь врагов. А они будут за это время скидывать тебе кусочки брони. Убей их в этом состоянии, они скинут гораздо больше. Так, хорошо, чтобы хорошо поджигать группы врагов, это в принципе и так понятно. Неплохо, согласен. Так, получите кристалл хранителя. Так и подошел. Туториал по кристаллу. Это кристалл хранителя. Так, сейчас, ребятки. В общем, да, извините, я просто отходил на секунду. Написано, что можно использовать... Ну, это как одноразовый апгрейд. То есть его можно сейчас заюзать, чтобы что-то себе улучшить. Можно... Так. You can select upgrade and increase your health. Можно улучшить здоровье, армор, собственно говоря, броню. Или... Вот, то, что я говорил, что можно было с тобой таскать больше боеприпасов. На каждую категорию, возможно, 4 апгрейда. Значит, мы эти кристаллы будем как-то получать, я так понимаю. Когда получаешь апгрейд, та-та-та-та-та, это понятно. Выбираешь. Так. Это у нас получается кровь. Здоровку на кровь, поскольку у нас. Пока у вас полные жизни, все подобранные вами жизни будут превращаться в Blood Punches, кровавые эти, не знаю пока что, о чем они говорят. Loot Magnet. Вот, чтобы собирать ресурсы с более дальней дистанции. Это у нас... Минуточку, а почему оно с двух сторон? Это мне даст броньку, это мне даст жизни. Это мне даст... Вот, супер тяжелые демоны. То есть тяжелые, супер тяжелые демоны будут гореть дольше. Вот это круто. Мне это хочется уже сейчас. Тяжелый, супер тяжелый... Я боюсь спросить, а почему они... Может, мне это говорили, я это не запомнил. Демоны будут сбрасывать армор быстрее. И тут у нас health for blood, тут у нас armor for blood. И loot magnet. И что мне выбрать? Я бы, наверное, взял бы... Даже не знаю. Напалм. Буду ли я? Я буду этим напалмом, наверное, пользоваться. Чтобы тяжелые, супер тяжелые демоны горели дольше. Ну, мне это, пожалуй, нужно. Давайте я попробую.
Мне не хватает жизни, я знаю, я буду на это еще жаловаться. Я понял. Хорошо. А что? А, это... Я думал, мне дадут по моему кораблику походить. Я понимаю, что это не корабль, это станция, какая-то крепость, еще что-то. Так. Р, это у нас поджигалка. У нас есть поджигалка, бензопила и грены. Из этого и два основных оружия, у которых есть тоже подмоды. Хорошо, хорошо. Я более-менее понял, что происходит. Поехали. Я так понимаю, помирать мы здесь будем дофига. Так, что вы мне хотите здесь сказать? Угу, можете почитать, ребят, если что. Те, кто силен в английском, добро пожаловать. Поехали. Посмотрим, что творится дальше. Пожалуйста, подождите, нам говорят. Какие вежливые демоны говорят, пожалуйста, подождите. Кстати, ребятушки, пару слов насчет прошлой Doom, в которой я играл. Играл прошлый Doom, это был Doom 3. Да-да-да, еще в том 4-5 году, когда он вышел. И я вот недавно смотрел на него такой маленький обзорчик, и они такие говорят, ну игра вышла откровенно слабенькая, и она не разошлась тиражом. Это, конечно, сейчас можно об этом говорить, а тогда я помню, что ко мне прибежали мои знакомые, такие, чувак, чувак, там такая игра, ты вообще упадешь просто, там вообще монстры вылазят, ты даже не понимаешь, откуда... Ох ты ж, вот это красиво. Блин, вот это красиво. А почему он-то застыл? Что с ним-то случилось? Ну, я понимаю, он убил демона, демон вот сдох. Так вот, короче, насчет третьей думки. На тот момент это была просто бомба. Так-то, если что, так... мне туда? Я не хочу. Я упаду. Да. Так, а куда мне, извините? А, все, я туплю. Я туплю. А тупить не запрещено. Что с тобой? Я думал, тебя подобрать надо. Но зелененький, значит, явно не враждебный. Ну, опять же, насколько это может. Здравствуйте. До свидания, тебе. А ты зачем ко мне пришел? Демоны другие убиваются так же. Разница, блин. Ну ладно, пойдем. Сдынь. Вот, ну есть же тайные места. Там просто я их не нашел, их было очень много. Но я понял, надо быть повнимательнее. Space. А, да, это картиночка у нас. И Enter, это посмотреть, почитать. Блин, тут лора скрывается дофига, я потом, естественно, в записи тоже буду все это перечитывать, пересматривать. Если я найду что-нибудь интересненькое, что я подумаю, такой, о, ребят, вам это надо знать, я вам это расскажу в следующей серии. Черт побери, но эта игра реально... Что за крылатое говно? Ты ж... Хватит... Хватит летать. Немножечко поглючим в текстурах. Их надо больше поджигать. Блин, он просто сдох. Надо, короче, с дробашом. Вот на них дробаш неплохо заходит. Я что-то не подозревал, что так можно сделать. Его же рукой можно убить. Тоже хорошо. Второй левел, спасибо. Ты кто такой вообще? Как я столько времени умудряюсь не попадать в такого... Здорового дядьку. Приехал. До свидания. Фу. Сколько я по нему промазал патронов? Патронов
6. Блин, демон в пол экрана, я по нему попасть не могу. Вы серьезно? А вы говорите, чтобы я эту игру проходил? Ладно, это я. Что за перчатка Таноса, черт побери? Blood Punch, вот о чем вы мне говорили-то. Ну, в смысле, игра мне об этом говорила. Рукопашная атака, дополнительный дэмэдж на славное убийство. Когда заряжено, нажимаешь И и выпускаешь, конечно, понятно. Неплохо, неплохо, неплохо. Вот это было сейчас совсем неплохо. То есть я просто заряжал таким образом. Все, понял. Поехали дальше. Не против. Следующий, кто попадет под раздачу, сдохнет. Блин, мне туда. До свидания. Я думал, я всех троих убил, но окей. Ай-яй-яй. Эти же жизни подобрал. Оно... Блин, зачем я их потратил? Оно того стоило на самом деле. Это было неплохо. Так, каждый раз я их бью. Так, руна. Па-па-па-па-па-па-па-па-пам. Что-то обилки, обилки какие-то дает. Давайте посмотрим, какие. Savager. Я могу случайным образом выбирать или что, или как? А, я могу открыть, я понял. Давайте посмотрим, что это такое. Получаете, получаете дополнительную скорость. Вот. Захватывает в добивание гораздо дальше. Это мне нужно, кстати. Быстрее производит убийство. Это я не знаю, нужно ли мне. Улучшает скорость пока в полете. Это, кстати, неплохо. Вот, увеличивает, насколько долго враги будут оставаться в этом состоянии. Вот это мне надо. Меня в прошлой серии это один раз уже подставило. То есть в этом я вижу сейчас нужду. Выживите после одного смертельного добивания. Я даст вам шанс восстановиться. Это, кстати, тоже прикольно. Мне нравится. Угу. Задержите вторую кнопку, находясь в воздухе, чтобы замедлиться. Вот эта крутая штука тоже нужна. Это неплохо. Когда враги находятся под эффектами, у тебя появляются бафы. Нет, короче, мне нужно, наверное, вот это сначала. Как минимум. Пусть это будут пассивки. Я хочу несколько. Если мне придется выбирать между ними, это будет немножко печально. Пусть это будут пассивки. Используйте руны. Ага, покупайте и ставьте вы... Ага. Я могу их 3 носить. Да, это пассивки, но я могу носить их 3. Хорошо, меня это устраивает. 3 штуки. Там, в принципе, просто не настолько много полезных. Нет, они, конечно, многие из них полезные, но не настолько много, настолько полезных, как мне оно нужно. Не, ну теперь у меня внизу экрана будет светиться, серьезно. Здравствуйте. Мясной, вы наш парень, блин, супер мидбой. Прям серьезно, что ли? Так, кулак заряжать надо. Он у нас не заряжен сейчас, да, я так понимаю? Хорошо. Черт, черт, черт! Вы что там подносили так? Все, он меня и убил, собственно, да. Я просто не ожидал такого. Ладно, поехали с чекпоинта. Жестенько было, жестенько, не спорю. Вот мы отсюда начнем, хорошо.
Я не ожидал, что там будет сходу здоровяк. Я только туда прыгнул. Да, это... да зачем? Я хотел... Тут же нет перезарядки. Я хотел перезарядиться, но тут нет перезарядки. Кого-то порвало на самом деле. Да успокойся ты. До свидания. Так, поджог зарядился. Хорошо, это он тут их отстреливает. Где здоровяк? Он по мне тут фигарит, да, такой? Вдоль чигабана. Неплохо. Так, мне нужен военный, красивый, здоровенный. Ты где, чувак? Я тебя не вижу, к сожалению. Там внизу тишина. Приехал. До свидания. Гренамет — это чудесно действенная штука. А зачем? Мне хпшки-то не надо. Ладно, спасибо. Ты немножко броньку пособирал, да? Потратил. Потратил ее моментально на это. Так, нет, ну все-таки пока она валяется, почему бы не собрать-то, обидно же будет. Все, нам сюда. И сюда, оп, 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 нашинковали. Офигеть. Глаз отдай. Вот, сейчас, видите, мне пригодилось то, что они очень долго оставались в стане, потому что... Блин, офигеть! Не, я не хочу начинать с того демона, только пожалуйста. Давайте уже после него. Да, хорошо, после него. Окей. Что произошло? Вот так, вырываем, разрываем. А, чувак остался там. Ну и до свидания. У меня на дробаше патроны закончились. В чем прикол? Блин. Офигеть, это уме... Что меня так быстро убивает? Что происходит вообще в этой игре? Ладно, я понял вас. Давайте, давайте, поехали. У меня на дробаше заканчиваются патроны. Вот в чем моя проблема. Давайте сейчас кого-то распилю. Да, у меня на нем 3 патрона. Я понял. Делаем просто вот так. И убиваем этого чувака сразу, сходу. ХПшку! ХПшку! Блин, он меня... Вот этот меня, короче, головоглаз убивает уже, не знаю, раза 4, 5, 25, не знаю сколько раз. А что, что так жестко-то? Он очень муторный. И место такое муторное. Где ты? Дай мне патроны.
Ай! Все, меня тут с ними запирают. Поехали, надо, короче, с этим... Сразу с головоглазом разбираемся. А, он тут и не один еще. Вот так, подпрыгиваем, забираем, есть. Все, я понял, более-менее как-то все делается. ТП-шка! Нет! Там взрывная бочка была. Черт, тут еще и этот! Да ты издеваешься! Ну все, я приехал. Тут аптечки не будет никакой случайно? Видимо, нет. Тут я размечтался. Есть, ТП-шка вернулась. Нет, я с него... Он уже был в стадии добивания, я с него не получил. У! Неплохо, неплохо, бодрит. Хорошо. Так. Мне нужно на эту пушку. Ну, тогда вот это. А, это улучшение на улучшение. Быстрая перезарядка. Улучшение на улучшение! Вы, блин, серьезно? Та-та-та-та-та. Speed increased by 50%. Нет, не надо. А вот это неплохо. Убивание врагов будет на, ну, на автоматическом этом будет давать нам... ого. Миночка, у нас их сколько? У нас 6. Я могу потратить 3. А нужно ли мне это тратить на полностью автоматические? Или лучше на липкие бомбы? Что? Вот. Липкие бомбы будут взрываться на 45%. Радиус больше будет. Улучшение, блин, на улучшение. Неплохо, неплохо. Мне надо привыкнуть, что перезарядка, это, блин... не R, тут вообще, в принципе, нет перезарядки. Все твои патроны сразу находятся у тебя. Блин, жестенькое место. Так-то, по-хорошему. И это, опять же, я говорю, это только начало. Там дальше будет происходить такая лютая дичь, что... Просто я знаю Doom. Зачем нам туда? И кто ты был? Мне хпшку отдашь. Я видел, что можно пропрыгать. Я вот думаю, зачем нам это и куда нам это. И здесь можно пропрыгать. Вообще куда угодно можно пропрыгать. Тут неплохо так сделано. А я не долечу. Минуточку, это сверху спускаться, что ли? Я сейчас туда не допрыгну, да? Боюсь, что да. Вверх-то у меня прыжочек не особо-то и прокачан. Хорошо, я туда не пойду. Пока что. Пока что. Долетел. Здравствуйте. Что я здесь делаю? Мне сюда вообще надо? Я понимаю, тут сейчас... А, ну мне сюда и надо. Привет, песик. Черт. А если я туда не хочу? Такое можно, нет? Вариант рассматривается. Мне бы хотелось бы, чтобы у меня броньки 100 было. Вот это был бы шикардос на самом деле. Больше нужно использовать примочек типа огнемета и всякое такое. Здравствуйте.
Блин, да, надо было сбоку зацепиться, я уже понял. Так, что я еще? Надо как-то включить, выключить. Мне надо доехать на этой штуке. Видимо, да, кстати. Это вырубить. Давайте почитаем. Так, Enter. Почитать. Пожалуйста, ребятки, читаем на паузе сколько угодно. Space Image. Image, кстати, очень красивый, и я думаю, из них получится хорошие превьюхи. Так что, вот вам маленький спойлер. Это то, что вы увидите на превьюхах. А мне туда... мне сюда. Что я получу? Dash. Опа. Отскок. Чтобы быстро муваться, двигаться, нажимайте, дэшьтесь на здоровье. Два раза можно дэшнуться, что без, ну, потом понадобится только... Есть двойной прыжок. И двойной дэш. Привет, чувак. Катсценко. Здравствуйте. Вы за мной? Давайте, давайте без босса. Блин, я не знаю, у меня сейчас просто нет настроя на босса. Давайте как-то... Ну, типа того. Мы так умеем. Прикольно. Это не твое, не бери. Это, ну, типа, это им не принадлежит. Ты не сможешь убить... You know our laws. Despite their transgressions against the Covenant, they are still of Sentinel blood. What you interfere with now is bigger than you can imagine. То, во что сейчас вмешался, оно гораздо больше, чем ты можешь даже представить. It is their time to give penance. If you continue, you will bring down the heaven's wrath. Сказано, что сейчас их время, если ты продолжишь, ты навлечешь гнев богов. Они больше не твои люди, ты не должен их спасать. Нам сюда. Автоматически. Так, сейчас предстоит большой мордобой, да? Здравствуйте. Я тут... Ух ты ж, 23 хпшки. Все, меня добили. Нет, я его добил. Он... Блин, вот это шароголовый, блин, я ж... это бесит. Я ж даже выстрелил Гленой, просто она ему в рот не попала. А так все хорошо начиналось. Так, значит, дробаш. Соответственно, дробаш, конечно. Дробаш. Как только за мной закроются двери, начнется фигнище.
Знаете, что я подумал? Возможно, я поступаю сейчас неправильно тем, что я его добиваю. Ну да так, на секундочку. Ну, в смысле, вот этих ребят. Да хорош мазать-то! Упс. Он меня просто... Ну блин, сколько грен он выживает, офигеть. Это сейчас было просто... Я понимаю, надо было его поджечь, я много раз промазал. И вообще все это было очень криво и косо. Так что, да, если что, я это все даже осознаю. Так, опять давайте нажираемся. Есть. Где глаз? Так, ладно. Мало хп, мало хп. Черт. Типа, да, я с ними справился, а где мне теперь взять хп и аму? Черт, не прикольно. Ну ладно, по крайней мере, я достиг чекпоинта, я так понимаю, да? Черт. Так, и дробаш я тоже весь израсходовал. Я красавчик. Можете мне об этом не говорить, я знаю. Угу. А, эти эликсирки, короче, они лечат. Я думал, что они делают. Тут есть бронька. Опять ее положили. Если что. Так, нам туда. А, вот теперь нам эта штука понадобится, да, чтобы вылазить отсюда. Так, а запрыгнуть ты там, например, не хочешь? Мне надо понять, куда. Да успокойся ты. Куда? Стоп. Раз, два. Мне эту штуку надо взять или что? Черт, я промазал. А, секрет. Ну, секрет, конечно, хорошо, ребят. Я выйти отсюда хочу. Минечку, секрет это все остановил? Мне же не сюда. Я только что отсюда зашел. Мне говорят... Мне туда? Куда туда? Что вы предлагаете? 70 метров наверх. Как я туда попаду? Я тут ни лифта, ничего такого не вижу. А, мне сет... Фига себе! А как я должен был это понять? Ладно, ребятки, да возьми. This sentinel battery can be used to provide additional power to your ship. Several modules remain unused. Finding more batteries will enable you to utilize the full functions of your command station. Мы сейчас попадем на корабль, я правильно понимаю? Нет. Нет, нет, неправильно. Новая пушка, новая зона, новые враги. И, ребятушки, на этом мы сегодня закончим. Такая получилась вторая серия.
извините, немножечко кое-где протупил, но я думаю, что не настолько, чтобы это пришлось монтировать. Блин, эта игра не дает поговорить. Я хотел вам рассказать еще пару вещей про старые какие-то мои воспоминания о Думе, о том, какие Bethesda засланцы и всякое такое. И ладно, будет возможность, я расскажу вам об этом позже. Музончик говорит о том, что нам надо вперед! Но мы вперед сейчас не пойдем, ребятки. Давайте, увидимся в следующей серии. Всем добра, бобра. Всем оладушек и всем покеда.